сказал клиенту, что один раз видел 2-рублевые монеты вместо шайб, он говорит, давай десятки захуячим. Пусть, говорит, у меня 120 рублей в машине крутится. Бабки же, говорит, должны крутиться. Вот сейчас мы ему их и приварим. Вот почему никогда не надо бороться за клиентов понижением цены. Так вы только притянете халявщиков, которые еще и будут вечно чем-то недовольны. Надо развивать качество своих услуг и держать соответствующую планку по их стоимости. Да блять, я не могу это. Like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. I know you're somewhere out there. Somewhere far away. I want you back. I want. Мало кто знает об этом способе, но сейчас я его продемонстрирую. Все очень просто. И буквально 10 секунд. Вот так вот перекупы и делают с автомобилями. Блять, куда бы на ней ни приехал, куда бы ни подъехал, что бы ни стояло рядом, все повернутся на нее, это 100%. Особенно вот этот цвет, да? Да, цвет бомба. Здравствуй. С нарушениями согласен? Я? Да. С каким? Зачем мне с машиной? С нарушениями согласен, нет? Нет. А что, в чем дело? Почему? А что я должен соглашаться? Не, ну с ребенком ехал. Где? Сзади. Кресла нету. Ну ребенок ушел, понятно. Куда ушел? Ну я не знаю, куда ушел. Не было у меня ребенка никакого. Не было? Не было. Точно? Точно. А, держи. Праздник. В честь праздника тебя отпустим. Все, у вас. Есть фотографии просто. Можно написать тебе 3000 штраф. И будешь платить, бля, как миленький, понял? Спасибо вам. Просто вот. Спасибо. Да, молодец. Давай, всего доброго. Всего доброго. Счастливого пути, да. Удачи. Спасибо.